Араб. Сон, в котором вы видите араба, предвещает вам обман и предательство человека, которому вы доверились. Если он вложит что-то в вашу руку, то ждите неприятностей или денежных потерь из-за вашей легковерности. Такой сон означает, что близкий человек очень подведет вас в трудную минуту и бросит на произвол судьбы. Если араб в вашем сне одет в черную одежду, то вскоре вы получите печальные известия, которые вас огорчат. Иногда сон об арабе предупреждает вас о том, что некий человек захочет предложить вам руку и сердце, но его чувства к вам могут быть неискренними, а его поступки продиктованы некими корыстными соображениями. После такого сна будьте внимательны к окружающим вас людям и постарайтесь узнать их получше до того, как доверитесь им.